Вот наш отель, бассейн. И вот оно, наше море. Фе-фе-фе. Что там, камушки? Ага. Это водоросли. Сейчас посмотрим. Да, это коралл. Насыпан песок сверху. Угу. Приятного мало. А вон там, вот видите, там уже нету, там песок. А вот здесь уже, видите, коралл заканчивается, но это, судя по всему, территория другого отеля. Вот флаг стоит. А может быть и нет. И здесь уже все хорошо. Ну, то есть можно там на шезлонге лежать, а ходить, видимо, песок они насыпают, его вымыло. А ходить потом купаться вот сюда, направо или налево. Вот сюда, например. Тренажерный зал. Доброе утро. Сейчас у нас утро. Идем на завтрак в отеле в нашем. Сейчас вам покажу, что у нас можно покушать. Два вида супа, молочный еще какой-то, фрукты, а это маракуйя, наверное. Хорошо. Йогурты. Чем можно заняться на пляже на Кубе, Варадеро? Здесь есть несколько вариантов. Вы можете поиграть в волейбол. Здесь есть волейбольная площадка. Вы можете погулять по пляжу, побегать с утра. Днем здесь, конечно, это не вариант, совсем не вариант, только если прогулки. Также, как правило, на пляже есть базы, вот такие там, снорклинга. Там можно водных видов спорта, можно взять каною, катамаран, можно на паруснике поплавать. Я вам сейчас покажу их всех по отдельности, как они выглядят. Также можно позагорать, покупаться. Если у вас есть, берите с собой очки и трубку, или маску и трубки, вы сможете поплавать здесь, потому что здесь есть рифы. Они далеко, до них, конечно, так не доплывешь просто, но если возьмете с собой ласты, то, в принципе, это реально. И рядышком есть мертвые рифы, там рыбки немножко, немножечко там ракушек можно поискать. Вот эти все вещи, они бесплатные. Видите, катамаран, яхта, каноэ. Берите, плавайте. Ну, а подходите к ребятам вот сюда вот. Единственное, что у них платно, это если вы хотите понырять с маской, они везут на риф, и там вы плаваете. И они вам все это предоставят. Вот, пожалуйста, катамараны. Лодочки. Вот вам волейбольная площадка. Что можно еще делать на пляже? А вот такие вот штуки делать. Соня, не иди. Вот такие вот дары моря вы можете сами найти, если будете нырять с маской. Вот смотрите, какая ракушка большая. Я нашел, причем нашел возле самого берега. Сейчас у нас обед, 12 часов 30 минут.
Я не знаю, может быть, у них здесь два ресторана, я потом вам покажу. Сейчас я нахожусь в ресторане, который находится на берегу моря. Здесь хороший, красивый вид. Я уже вам пока снимал его, еще покажу. Покажу, что здесь на обед есть. Смотрите, какой вид есть, такая небольшая площадка. Здесь только, к сожалению, 4 столика маленьких. Но у них есть еще вот здесь площадка, она, правда, не накрыта. И вот он, сам ресторан. Давайте посмотрим. Ну, сейчас они будут ставить блюда. Я очень рано пришел. Ай, жарят мясо. И тут у нас салаты. Какой-то суп, я не знаю, что там написано. Уголок хлеба. И здесь есть еще одна зона. Здесь фрукты и, судя по всему, мороженое. Опа. Ну, пока ничего нету, но оно здесь будет. Ананасы, папайя, дыня, арбуз, апельсины или там грейпфрут, это я даже не знаю, что это. Там небольшая игровая площадка Kids Club, это вот это вот здание, видите там. И у них большой пляж, он вытянутый. Есть как вход вот здесь, вот видите, песок хороший. Я вам показывал, там есть коралловый, где вход коралл. Он такой более для спокойного отдыха, там очень мало людей. Сидит и попрошайничает здесь. О, слышали? О. Ну что ты хочешь, дорогой? А, все ясно, мяу. Как я вам говорил, что еще есть главный ресторан. Здесь тоже на обед можно покушать. Посмотрим, что здесь, чем отличается.